Здравствуйте, это программа «Личный тренер». Меня зовут Диас Уидалаев, и сегодня нашим наставником станет Вадим Щербак, игрок команды «Сны». Вадим Щербак родился 24 мая 1993 года в городе Костанай. Амплуа – атакующий защитник. Баскетболом занимается с 12 лет. Многократный обладатель Кубков Казахстана и победитель чемпионатов национальной лиги. Бронзовый призер Кубка азиатских чемпионов ФИБА. Мастер спорта. Здравствуйте, Вадим. Меня зовут Диас. Я хотел получить этот мастер-класс. Привет, Диас. Давай получим. Но сначала начнем с разминки. Самое главное для баскетболиста, перед тем, как начать заниматься упражнениями, нужно размять тело. Это самое главное, чтобы все мышцы были готовы, потому что баскетбол – это контактный вид спорта. Надо, чтобы ты полностью был готов. Давай начнем. Разомнем кисти, пальцы, все это, чтобы они были готовы, теплые. Начинаем махи рук, вперед, в обратную сторону. Хорошо. Теперь сделаем наклоны. Сюда. Сюда. Отлично. Разомнем туловище. Да. В другую сторону. Хорошо. Теперь ноги чуть пошире. Делаем наклон назад. И опускаемся к полу. Тянем к носку, к правому, к левому. Полу двумя руками касаемся. Все, отлично. Теперь делаем выпад вперед. Сгинаемся и вот подсаживаемся. Да. Колени, все это, ноги, икры размять. Да, меняем. Также делаем вторую ногу. Хорошо. Теперь то же самое, только боковые выпады. Садимся прям на эту ногу. Можно сюда тянуться, к ноге, чтобы икры, все это напряжение было. Также меняем сторону сюда. Отлично, хорошо. Поделаем упражнение статически на растяжку. Давай одну ногу подгинаешь сюда, вторую прямо и тянешься вот всем телом сюда вот к носку, да, и растягиваешь. Голову ниже, тем можешь ниже. Хорошо, еще, прям голову, колено можешь тянуть. Вот, отлично, хорошо, давай вторую ногу. Так же. Вот, тяни колено. Хорошо. Теперь бери эту ногу, которую держал, и запускай сюда. Вот, да, тяни. Можешь также укачиваться, сюда тянуться. Хорошо. Давай менять. Также к этой ноге. Тянись. Отлично. Теперь делаем так. Поджимай под себя ноги. И старайся, чем лучше, шире делать. Можно руками упираться и растягивать. Хорошо. Ладно, давай с ногу сюда. Локтем в колено. И в другую сторону. Ага, теперь меняем. Также ногу сюда, колено. И давай ляжем на живот и подтянем поясницу. Ложись на живот. На руки и вставай. Голову назад. Давай еще раз. Расслабился. Все, хорошо. В принципе, с растяжкой все. Вадим, а вы всю жизнь мечтали баскетболистом? Ну, у меня с детства такая у меня спортивная семья. Отец у меня спортсмен. И с детства как бы я в спорте. Я играл вообще с детства в футбол, потом в волейбол. И потом как-то пришел на тренировку. Итак, разные виды? Да. Так как-то пришел на баскетбол, там играли старшие. И как-то так вот понравилось мне. Я вот начал заниматься прям уже активно. Ну, я еще не думал даже, что профессионально как-то получится.
Просто тренировался в свое удовольствие. Потом вот получилось выступать за город мой родной Кустанай на чемпионате Казахстана. Выиграть чемпионат Казахстана. Попал в Алмату, в республиканскую школу. И вот от нее потом меня после окончания позвали в Актау, в Каспий. И вот сейчас я в Астане, чему очень рад. А у вас были кумиры? Ну, да, конечно, у меня есть кумиры. Это Майкл Джордан, наверное, кумир всех юных баскетболистов и моего года. И, конечно, самый любимый игрок – это Коби Брайант, на который вот мне нравятся все его действия, как он бросает, как он проходит. Для меня это вот кумир мой, это лучший игрок за всю историю. Давай, теперь встанем, перейдем к основной тренировке с мячом. Давай сейчас для разминки начнем делать проходы. Два шага и атака с правой стороны будет правой рукой и с левой левой рукой. Сейчас тебе покажу. Ты получаешь мяч, делаешь раз, два и забиваешь. Понял? Давай будем делать три атаки с этой стороны, три атаки с этой. Старайся забивать всегда. Давай. Отлично. Давай, давай, смотри на кольцо, на мяч не смотри. Давай, еще раз. Можно чуть побыстрее. Давай, давай. Отлично. Теперь переходим на левую сторону. Раз, два. И левой рукой. Нормально. Давай, давай, забивай, забивай. Также подкручивай. Оп. Молодец. Раз, два. Отлично, давай третий раз. Надо забить. Отлично. Что, броски дальше пойдем? Давай, делаем тогда так, поближе. Сначала со средней дистанции. 45, лоб 45. Также подкручиваешь. Удар сюда. И бросаешь. Понял? Давай, две атаки в левую сторону, две в правую. Отлично. Хороший бросок. Давай, еще раз. Теперь в другую сторону. Отлично. Давай еще раз. Хорош, хорош. Переходим, давай, в центр. Делаешь удар, смотри на кольцо, не надо на пол, потому что сейчас защитники все быстрые и могут мяч отобрать. Сделал на кольцо, вот так, да, отлично. Давай, последняя точка. Давай, собери, забивай. Хорош, отлично. Давай еще два бросочка. Вот еще один баскетболист баскетбольного клуба «Астана» будет нам помогать в этом. Сейчас мы будем играть пик-н-ролл. Я буду защитник. Руслан будет ставить заслон. Ты должен первый раз обыгрывать забитие из-под кольца, а вторую атаку ты делаешь бросок средний. Хорошо? Отлично.
теперь и так же обыгрываешь, только бросаешь. Также переходим в центр. Один раз атакуешь в правую сторону из-под кольца, одного слева. Понял? Давай, ты сам играй. Из-под кольца, да. Хорош. Теперь в левую сторону также. Влево из-под кольца. Давай теперь так же, только бросок справа и слева. Отлично, забивай. Теперь в правую сторону так же. Вот. Отлично, давай отсюда. Теперь давай, под правую руку ты делаешь атаку из-под кольца, а влево бросок. Давай, сейчас будем разыгрывать пик-н-ролл. Ты будешь играть, разыгрывать, Рустам будет падать, ты будешь ему пас давать в пол, а ты будешь забивать. Сможешь? Резкий пас в пол. Хорош. Отлично. Сверху. Давай броски. Еще. Давай броски. Отлично. Хорош. Трехочковая атака. Пас, резче, резче пас. Хорошо. Теперь играешь пик-н-ролл, но ты бросаешь трехочковый. Чуть повыше начинай. Дважды пас, значит. Дважды пас. Давай, давай. И трехочковая так. Отлично, хорош. А что за пик-н-ролл? Давай, хэндофф, хэндофф. Забирай мяч и бросай. Сразу. Атака. Тут момент, если ты отдал пас, не смог получить, защитник у тебя отзащищался. Ты возвращайся и сразу забирай и хэндофф играй. Понимаешь? Давай еще раз. Иди сюда. Теперь делаешь, смотри, вот ты защищаешься, да? Давай мяч, защищайся. Защитник сюда уходит, отдает, ты делаешь сюда, пока что ты сюда идешь, и сразу забираешь мяч, один удар и атака. Понял? Идешь от заслона. Вот, показ, хорошо. Удар. Отлично, забивай. Также теперь сюда. Показ. Отлично. Бери. Давай заново. Ты бежишь сюда к заслону. Пойдем сюда. Вот, показ. Отлично. Забирай. Отлично. Хорошо так. Все, спасибо за мастер-класс. Спасибо большое. Приходи еще. На этом наша программа завершена. Мы прощаемся с вами. Занимайтесь спортом.